Сейчас убегаю, последний этап оформления моей пенсии у меня. Нужно сдать все документы. И это уже все. Потом, как вчера у меня был день рождения, я полночи еще сидела тут, готовилась и шила свой новый марафон. Ребята, подходит Новый год. Что я придумала? Давайте создадим себе хорошее настроение. Предновогоднее, новогоднее, посленовогоднее. Давайте что-нибудь будем вместе делать. Я для себя решила сделать такой рукодельный марафон. Ну, это будет в основном пошивушки, но, может быть, мне еще что-нибудь захочется. Я-то Милка-семиделка, поэтому я могу делать все, что захочу. Вот все, что захочу. Поэтому предлагаю вместе со мной устроить себе праздник, сделать кучу подарков для себя, для своих близких. Думаю, вам очень понравится, думаю, вам будет интересно. В группе ВКонтакте будет обзор материалов, обзор того, что я буду делать. Пишите вопросы, заходите, подписывайтесь. Очень приятно, много уже в группе у меня ВКонтакте людей. Общение наше мы общее наладим чуть позже. Очень много планов, поэтому хочется все охватить. Девочки, я сейчас покажу и расскажу, что бы вы могли приготовить. У кого что есть? Первое, у кого что есть, я думаю, на любые залежи каких-нибудь кусочков материалов, чего-то, чего угодно для рукоделия, мы найдем с вами применение. Поэтому приготовьте все-все-все, что у вас есть. Я сейчас приблизительно расскажу, что буду использовать. Ну и по ходу потом еще буду использовать. Поэтому подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили сообщения о новых видео. Марафон новогодний я делаю для себя, вы можете со мной тоже сделать для себя марафон. В чем заключается мой личный марафон? Я буду стараться через день, через два делать новое видео, что-нибудь к Новому году. Надеюсь, будет очень интересно. Все, показываю, какие материалы, ну, желательно приготовить. Начну свое видео запасов с того, что, ну, давайте насобираем всяких обрезков. Вдруг мы будем делать какую-то интересную пиццу. Затем нам пригодятся вдруг кусочки посерьезнее. То есть разная тесьма всевозможная. Более какие-то длинные полосочки, кусочки. Клей может пригодиться очень. Ну и, конечно же, кусочки побольше. Вот видите? Гипюр может пригодиться нам, всевозможный шелк. Видите, сколько у меня всего. Атлас. А что это такое? Ага, я поняла. Флизелина, куски. Кстати, обувь, когда средняя, скажем так, но не самая дешевая, очень часто продается в флизелиновых мешочках. Вот они пригодятся. Нам пригодятся обычные фломастеры. Могут пригодиться всевозможные кусочки фетра, всякие игрушки, акриловые краски. Ну, у меня наборы. Возможно, текстильные фломастеры, всевозможная набивка, флизелин, синтепон, россыпь ниточек для стежки, для строчки, для отделки. Ну, возможно, вот такие ниточки, если есть. Любые емкости. Всевозможные ленты, какие есть. Цветные, атласные, люрексовые. Девочки, все будем использовать. Готовьтесь. Подготавливайте свои инструменты, какие у вас есть. Можно писать в группе контакта. Летний вот такой. Можно писать, девчонки, в группе контакта. Жду ваши вопросы и сообщения под этим видео. Жду в группе контакта обратную связь. И вы можете, ну, предложить или задать вопросы какие-то. Может быть, что-то объяснить. Может быть, что-то я упускаю или упустила. Пожалуйста, давайте обратную связь. И мы с вами придумаем все, что угодно на Новый год. Украсим свою елку, украсим свои какие-то полочки. Может быть, кто-то не любит большие. Я не люблю большие елки, например. Я не люблю большой, огромный декор. Ну, если это уместно, то да, а если, ну, не всегда уместно, да. Поэтому придумаем все, что угодно, а размеры вы сделаете сами, какие сами захотите. Если у кого-то нет акриловых красок текстильных, это не обязательно. Это могут быть на водной основе акриловые краски строительные. ПВА, возможно, пригодится лак для декупажа.
для рукоделия. Либо, опять же, подойдет на водной основе акриловый лак строительный. То есть, ну, по ходу, это у кого что есть. Если нет, ну, значит, пропустите эту рукоделку. Я не любитель бежать, покупать то, чего нет, докупать. Я любитель делать из того, что есть. Просто у меня много запасов, я хочу поделиться, как можно применить эти запасы, чтобы они не лежали дома, не сохли, не складировались и не пропадали. Все, я убегаю делать последний этап оформления своей пенсии. Вас жду всех у себя на канале. Всех люблю, всех целую. Я сама не ожидала, что столько людей откликнется, когда я исчезну из эфира. И будут писать мне личные сообщения и предлагать общаться на моей площадке. Я очень рада. Большое спасибо. Большое спасибо за поддержку. Общаемся. Всех люблю.